Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Владельцы этого имени обожают комфорт, доводя его иногда до идеального совершенства. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее, но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Их дом всегда полон друзей и знакомых. Они любят похвастаться своей семьей и достатком. Причем делают это не из высокомерия или желания возвыситься, просто хотят поделиться своим счастьем с другими. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости. Но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Они всегда стремятся действовать. Звук «а» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Звук «л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Они готовы отдать все, но их чрезмерная опека иногда приносит больше вреда, чем пользы, как им самим, так и их близким. Эта вибрация исключительно полезна в соединении с мягкой и гармоничной вибрацией внешнего выражения и, напротив, совершенно негативно в комбинации с экстремальными вибрациями. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.